Здравствуйте! Я вам расскажу, как мне удалось получить инфузорию туфельку из кожуры банана и из картошки. Я попробовал два варианта. Вот кожура банана лежит в аквариуме, где-то здесь около 8 литров. А здесь в 3-литровой банке лежит картошка, 3 кусочка, обыкновенная. Вода из аквариума и что здесь, что здесь. И с помощью обыкновенного увеличительного стекла я вам продемонстрирую количество инфузорий туфелек в аквариуме на кожуре банане и на картошке. Вот она. Ее целая куча плавает, инфузории туфельки. Вот, видно, что она здесь аж кишит. Ее не очень трудно выводить. Со дна набрали, или со дна, или возле водорослей набрали воду, налили, кинули туда сухую кожуру банана. И ждете где-то 1,5 недельки. И пожалуйста. Здесь вот 3-литровая банка. Показываю инфузорию туфельку на картошке. Что на картошке, что на кожуре банана, инфузория туфелька неплохо получилась. Мерцание это идет от лампочки экономной, и фотоаппарат ее так воспринимает. Вот, посмотрите, как интересно. Мне аж самому нравится. И вот, вернемся. Инфузории туфельки на банане. Вода, конечно, немного пахнет, такой не очень приятный запах. А вот возле банана инфузория туфелька возле банана. Так что пробуйте, у вас обязательно получится. Банан, картошка, аквариумная вода. А потом вы можете кормить малька. А вот здесь малек. Малек гупи. Малек гупи под увеличительное стекло.